Всем привет! Это «Не уехавшие». Сегодня мы в деревне Кирпичная Выборгского района Ленинградской области. И мы в доме тигра. Это хоспис для больших кошек. Дима, привет! Привет! Ты основал единственный в Ленинградской области и в СНГ хоспис для больших кошек. С чего все началось? Ну, не я один, вместе с супругой и, наверное, много людей, которые участвовали в этом процессе. То есть нельзя говорить такой, я тут один такой. Нет, наоборот, это, конечно, наверное, больше идея. Выкупили первого тигра. Причина того, что супруга поехала, позвали ее посмотреть кота, который погибает. Их было двое. И вернулась ко мне история о том, что мы должны выкупить тигра. Я такой думаю, чего? Какого тигра? Вообще в своем уме это или нет? Потому что я-то прекрасно знаю, что ну, это большой труд, большая работа. Нужно забыть навсегда об отпуске, о выходных днях. То есть ты всегда будешь работать. Ну, это как с сельским хозяйством все. В принципе, я это прекрасно понимал. Он говорит, нет, мы должны выкупить и так далее. Пошел в ломбард. Я понял, что спорить бесполезно с супругой. Пошел в ломбард, сдал автомобиль одним днем. И денег нам хватило выкупить одного из двух тигров. Они были в ужасном состоянии. Если хочешь, я потом фотографию покажу, как он выглядел. Он был абсолютно лысый, без носа.